Доброе итальянское утро. Мы находимся в самом центре города Милана. Вот такой вот старинный лифт. И вот мы подходим к дверям апартаментов. Нажимаем код и попадаем в довольно простой, но удобный и комфортный апартамент. Замок закрывается вот таким вот интересным образом, автоматически. Это после того, как мы ввели код. Небольшая прихожая с очень вместительными шкафами. И проходим в залу. Что-то напоминающее камин. Очень интересное решение в этих апартаментах — разделение на две зоны. Вот такой вот мебелью черного цвета. Это помещение делится на два. Сейчас все сами увидите. Это дом в самом центре. Такой вот есть вид из окошечка на близлежащие дома, тоже очень красивые. Там вот внизу суетятся уже итальянцы. Магазины пока закрыты. Идем смотреть дальше. Кухня со всем необходимым. Шкафы, посуда, духовка. Тоже тут намусорили мы. Посудомоечная машина, кофеварка, чайник, холодильник. Ну и стандартный набор любого итальянца: оливки, сыр и бекон. Не бекон, а это самое, как ее зовут-то? Хамон. Хамон. В апартаменте была полная банка кофе, которая была выпита. Ну, чай, всякие хлебцы, булочки. И вот мы переходим в довольно красиво сделанные окна. Переходим во вторую зону. Здесь у нас спальня. Такая же большая кровать. Вот так вот выполнено решение разделения одного большого помещения на два. Что интересно, здесь есть вот такие вот двери. Можно просто их закрыть. И с другой стороны такая же дверь. И получится совершенно отдельная, совершенно интимная спальня. Вот так это выглядит. Оба получившихся помещения имеют свои кондиционеры, системы кондиционирования от известной компании Daikin. Все очень комфортно, красиво, удобно. И далее открываем дверь и переходим в ванную комнату. Вот она такая у нас, ванная комната. Все, что нужно для комфортного проживания. Здесь имеется вплоть до стиральной, тоже тут полотенце набросали, стиральной машины. Всякие прибамбасы. В общем, даже полку даже сломали. Или так и было? Наверное, так и было. Все в классическом стиле. Вот такое вот оригинальное, я бы сказал, решение разделение одного помещения на две независимые зоны. Такие в стенах шкафчики. Что у нас тут? Тут у нас батарея. Ну ладно. А здесь что? Здесь у нас все необходимое для
трапезы. И, конечно же, большие вместительные шкафы. Вот открывать не буду. Вот их здесь очень много. Прямо до потолка. Они и там, и здесь идут. Вот здесь барахло лежит уже. Так, опа. Так, а что это здесь такое вообще происходит? Тут уже люди сидят. Надо открыть окошки. Сейчас довольно жарко. Вот такой вот апартамент. В центре, в самом центре города Милан. Площадью, ну, наверное, метров 50-60 здесь есть. Может, даже больше. И стоит этот апартамент, в общем, лучше вам не знать, сколько он стоит. Вот не буду я говорить, сколько он стоит. Лучше посмотрите на красивые дома напротив. Вот там вот на углу большой супермаркет. Отсюда до центральной площади Милана, где находится собор Дуомо, практически минут 30 ходьбы. 30 минут также до центрального вокзала, куда прибывает автобус из Бергамо. В общем, все удобно, все комфортно, но почему-то безумно, безумно дорого. Ну что ж, пора завтракать.